Амигос, осталось немного потерпеть этот Resident Evil Revelations, и он скоро вот-вот закончится какой-нибудь вряд ли интересной херней. Но дописать надо, а после уже тратить время на что-то более, не знаю, более стоящее, что ли. Вот до того, как дверь доскрипела свою симфонию ржавых петель, я уже знал, что здесь должен быть станок, что еще не... Ну, так же, что... Подождите, а если я в инвентаре посмотрю? Нет, точно. Так же, как и в компании за Клэр, в начале уровня стоит верстак. Непонятно, на какой хрен нужный, учитывая, что деталей в инвентаре нету, потому что верстак стоял перед боссом. Знакомые ставни, или как их назвать, короче, хреновины, которые в прошлой серии там переключили. И теперь здесь вода не течет вот здесь внизу, и теперь куда-то можно по низу пройти. А если бы я не переключил, пройти можно было бы вот там. Какая разница между этими двумя дорогами, вспомните вы? Спросите вы, вернее, не вспомните. Хрен его знает. О. Первым выстрелом я привлек его внимание, чтобы он перестал дергаться, как бы я не косой, не думайте. Я продумал. А, блядь, здравствуй, сука, отличный удар. Смотри, нокаутировало кирпичом, нихера ты. Сейчас я подожди, ему почки вырежу, и мы их продадим. Ну или сварим из них что-нибудь. Да, правильно, подбирай кирпич, он многоразовый. Так, и вот здесь, сука, вода. А вот не было бы, если бы я не переключил. А теперь... Чё-то я вообще не отдупляю. Чё я выиграл? Ёпта, гражданин. Дали как в бороду ему четко. А тут, походу, все живчики, да? Вот. Это точно. На тебе в мочевой пузырь. Что? Чё? О, партизан. Найс. Люблю убивать людей, которые и так слабее. Вот к этим двум ящикам я получил доступ. Такое ощущение, что если бы я ничего не трогал, то там, в соседнем этом русле, я бы нашел, не знаю, блин, артефакт какой-нибудь вообще. Да, и думать об этом теперь хрен перестану. Ой, батюшки-срачушки. Да, это не снайперская дистанция, но где мне еще тратить эти долбанные патроны? Понятно. Но одноногий точно не встанет. Вот этот встанет. Сука, он понял, что я его раскусил и поднялся раньше. Господи. Они все решили встать. Наташа, ты лучше бы кирпичом тараканов давил, а не шлепал этих псковородов. Почему я вижу, сука, таракана до сих пор? Ой, ялки-палки. Смотрите, Мойра старше Наташи лет на сколько, наверное? Ну, на пятнашку. Не, ну на 10 точно. Около того. А мозгов у них одинаково. Ха, прикольно. Да потому что Мойра ходит в клубы. По любасу. Ходила. Она ж померла. Что это? Но я на самом деле не верю, что она вот так вот взяла и померла. Мне кажется, с ней должно быть все окей. Слишком уж такая тетя приятная, да? В чем это он утонул? В полиэтилене? Вот жалко, я ему в руку попал, жалко, рука не отстрелилась. Вот, прям вот не хватает этой игре. Физики хоть какой-нибудь.
эти ракурсы меня бесят. Давай обратно вылезай, ну нахер. Ага, и что мне с ним делать? Всё, блядь, гражданином, сука. Как Ахиллеса в пятку надо убить, наверное. Ёптать. Херню я, походу, сделал какую-то. Прикольно. Это хитрость, опыт и многовековая практика. Вековая, блин. Очередной гениально замурованный сундук. Интересно, она-то пальцами хоть что там лазит? Я понимаю, что там... Нет, я не понимаю, что делать гвоздодером там так ювелирно. Но она что, она там пальцами нажимает? Ящик с деталями. Заперто с другой стороны. То есть я сюда, блин, с другой стороны мог зайти? Дерьмо ослиное. Я думал, наоборот, дверь разблокируешь, чтобы Барри пришел. Так, перелетать. Ёб твою медь. А, о! Ну-ка, чё там? Банка вазелина. Обойдёмся. Это что за спины динозавров здесь? Это мусор. Текстурный мусор. Круто. Так, тут нихера. А, и вот мы, походу, сейчас по руслу речки пойдем. Пересушенный. Ну давайте, господи, ну почему в этой игре они так долго спускаются? Ой, как правдоподобно. Ой, охереть. Прям, блин. Как это? Моушен. Моушен. Охуеушен, блин. О, нычка. End of the road. We'll have to climb up the crane. It's a long way down. Что-то тут еще... Что тут еще, вернее, могли строить, если здесь и так такой там подземный бункер на хер знает сколько этажей, отделанный под дизайн летучей тарелки. И показалось этого мало, и они еще что-то здесь рыли, да? Не, и в чем прикол? А, вот в чем прикол. Где она там, ёптель? Опять игра на два джойстика. Шкардос. Я думаю, мне сейчас понадобится, чтобы он стрелял. А, это, блин. Это как задачка, как там перевести волка овцу и еще кого-то там. А, и капусту, сука, через реку в одной лодке, блин. В этой лодке помещается только двое. Я не знаю, но загадка на женскую логику, короче, и, блин, не очень понятно, зачем она здесь так играет. А, вот теперь это вообще другой базар. Теперь это другой базар. А сверху что? Нет, да и теперь это не другой базар, это говно какое-то. Там вон доски были, а по той стороне мог и так пройти. Пустая бутылка. Кто-то тут синячил на высоте. С понтом. Это пошла она. Так. Well, collapse, давай. Мы в России здесь все думаем, что вот-вот развалится, что было в Советском Союзе сделано. А в итоге стоит подольше, чем новые постройки. Ну давай, слезай. Ну слезай. Ну, слышь, ты еще раз плечами пожмешь, блядь. Слезешь туда без всякой лестницы. Так, где она? Капец какой-то. Господи, нахрена я этим занимаюсь? Ну, можешь как бы уже за мной идти. Я не знаю, зачем тут эти, блядь, тележки эти сраные. Сейчас он сюда приедет, да?
на этом вагончике, типа, можно подъехать вот, вот наверное, к тому ящику и что-то там вытащить. Интересно, что там такого ценного есть. Сейчас, если я подыму, она туда уедет ведь. О, понятно. А ей нечем разбить. Вот в чем парадокс. И монетку застрелить ей тоже нечем. Я героев неправильно назначил. Она может сделать вот так. Но с другой стороны, здесь все равно должна быть не она. Видимо, здесь должен быть Барри. А она должна, видимо, лезть наверх. Заранее бы дали понять, кому куда идти. Ай, блин. Супер. Я не знаю. А чё мне там дальше-то не понравилось? Чё я сюда не прошел, напомните ко мне? А здесь никак. И там никак, поверху. Наверное, это одна из самых, наверное, монотонных и неинтересных загадок за историю всех Resident Evil. А, ну да, вот wow. Она же видит really следы right. В натуре. Барри, ты, я смотрю, неутомимый шутник. Блять, по какой системе тут эти рычажки работают? Как они определяют, куда она поедет? Чушь какая-то. А вот там я вижу, кто-то из дробовика себе голову прострелил. И вот это уже загадка, я хочу заметить. А что это сюда следы? Что он тут делает? Не пойму. Что, проверим выстрел. Эй! Что за прикол? Этот прикол называется «Хер тебе, не дробовик». Я подобного. Так, ну давай мелкая попробует. Может, она там что-нибудь опять увидит. А чё ей сюда следы ведут? Чё тут? Almost there, honey. You gonna make it? I'm trying. Чё она, блин? Чё за, сука, говно, блядь? Ну и хулио тут надо, бля. Отчет о проделанной работе за 2 недели. План выполнен на 55%. Смертей от падения одна. Причина смерти. Пострадавший работал на стреле крана, а находившись внизу рабочего, начал ее перемещать, отчего первый упал и разбился насмерть. В данный момент проблем с производительностью труда и выработкой нет. При работе на стреле крана соблюдайте особую осторожность. Например, сука, привязывайте себя чем-нибудь. А, я, кажется, понял. Ее надо передвинуть каким-то раком. Тут они не пройдут. Однако я вижу лестницу. Лестницу, сука. Можешь видеть сколько хочешь, она от этого не упадет. Силой мысли ее ни хера не передвинуть. Ой, блядь. Может, Барри может снизу достать? Ему-то что, подпрыгнуть в падлу, что ли?
просто старый и не может так высоко прыгать. Тогда хер ли здесь делать-то? Заебись. Здравствуй, Барри, блядь. Как оно? Ты не хочешь меня подсадить, блядь, вот туда? Нет, он не хочет меня подсадить вот туда. Так, без кружки кофе тут хер разберешься. Итак, есть наверху, есть внизу. В чем у нас тут проблема? А, проблема в том, что... Во-первых, походу везде надо двигать только Барри, чтобы Барри ездил в этой хуете. Давай, давай. Блядь. Сука, там сверху этой корзинки тоже дорожка есть. Ёбаный ты, блядь. Господи. По-моему, я ее только там вот в конце увидел, подсвеченную, беспалевно. И там уже не похоже, что это она, как бы, может, там другая какая-то, блин. Охуеть вообще, тараканы полезли. Давай, жми нахер, это говно. Диджей. О, боже, сколько их. Я не знаю, попробую наверх съебаться от них. Вариантов-то больше нету, походу. Еще красные какие-то, блин. Особенные. Ну-ка. Умеют ли эти... Умеют, смотрите, залезли. Охереть. Какие, блядь, умные тараканы. Остальные пропали вроде. Не, ну, блядь, серьезно, ёпта, и чего? А, вот чего. А как же мне забрать? Как же мне забрать долбанный дробовик-то, ёпта? А? Наверное, ответ на это знает мелкая. Очередная какая-нибудь суперзагадка со следами. Или очередное оружие, которое там чисто подразнить лежит. Калашников я в прошлой части... Ой, заебись, что ты сюда пришел, молодец. Калашников-то в прошлой части я ни хрена не забрал, он так и остался там лежать. Просто такие загадки, блядь, где даже нет условий никаких, это, я не знаю, вообще не мой конек, нихуя. Да, я не... Моя нихуя не понимать. Моя делает то, что всегда делает, блядь, когда видит такую хуйню, моя берет и... В смысле, я беру и сдаюсь. Ебал я. Я думаю, что нервы дороже, чем гордость. Да, сука, хватит пользоваться тем, что я на джойстике, гандон. А чё, у меня ружья нету? А, ну да, вон там мое ружье, блядь, иди бери. Пиздец какой-то. Да, дерьмово без ружья. Этому моему арсеналу как будто обрезание сделали. Я никогда не любил вот эти, блядь, задачки, типа, загадки, как, знаете, в Бэтмене, где надо вот эти знаки вопроса, блядь, придумать, как доставать. Вот прям вообще пиздец, как я их ненавижу. Более глупой хуидристики просто быть, наверное, не может. This must be the way into the mine. Barry, there's a facility down below. I think that's where we'll find her. Is your memory coming back?
Он идет мстить за свою дочку и зачем-то тащит с собой маленькую девочку, подвергая ее жизнь опасности. А еще эта девочка нужна этой бабе. Вот совпадение-то. Мы, сука, сами ее ему видим. С другой стороны, у девочки есть какая-то сила мысли, блин. Сокрушающая все на свете. Пошли, ребенок сатаны, ептать. А тут у нас что? А тут нихуя. Отсутствие одной ступеньки делает невозможным, блядь, прохождение здесь. Я думаю, все эти сложности вызваны тем, что у Барри уже мудя давно посидели. Был бы он помоложе, скакал бы тут резвый. Как Исаул, бля. Как Газманов, в смысле, нахер. Эталон резвости. Ты Газманову полтинник за плечами не мешает прыгать. Так, ладно, все-таки едем. Это шахта так на Итана Картера похожа. Я думал, ты сказала, я смотри, могу на звук шмальнуть, бля. That's the She-Wesker, all right. Умрем, умрем, все там будет, но ты этого. Ну все, все там будем, но ты этого уже не увидишь, бля. Ай-ай-ай. Три винтовочных патрона, ну что за ёпта? Карта шахт. Спасибо. Предупреждение о ядовитом газе. Ядовитые газы идут из ближайших поврежденных жоп и трубопроводов. Кратковременное воздействие газа не опасно для здоровья. Длительное же воздействие вызывает затрудненное дыхание, потерю сознания может привести к смерти. Во время работы принимайте меры безопасности, учитывайте время воздействия газов. Ёпты. Долго не нюхайте. Сначала смешно, потом не очень. Так, и ни один шкаф не открыть, да? А, ну да, надо же играть за Наташку, чтобы видеть секретные, секретно спрятанные на ровном месте припасы. Yes. You better stay here, sweetie. No way, I'm going with you. Are you sure you're up to it? А, ну смотри, тебе рожать пошли. Hold your breath as long as you can. You don't want this crap in your lungs. Okay. Так, давай-ка вернемся, подышим. Что-то мне не нравится, что этот кашель. Давай туберкулезно. Непонятно, сколько жизни осталось, сколько не осталось. Хрен бы с ней вперед. От этого газа даже зомби сдохли, что показательно. Вспомнил Газманова, вот и газ, круто. Интересно, а в этом секторе газа вообще-то враги-то хоть будут вставать, нет? Вот же, блядь. Какой-то пас, ёпты. Все, сука, задыхаются. Раш назад, галопом нахер отсюда. Экран уже заблымал черно-белым, это не к добру. Главное там зажигалкой не чиркать, походу. Тут сразу, блядь, такая Хиросима будет. А, ебаный рот, блядь, сука, нихуя вас тут. Блядь, расстрелял как НКВДшник в коридоре, ёпты, давай. Ой, заебись. Все, назад, нахуй, валим отсюда. Блядь. А куда я бегу вообще? Не, я бегу все ровно. Бля, еле успел. Охуеть.
Сразу видно, что у второго зомби здоровья больше, чем первого. Сразу видно, кто из них при жизни не бухал. Если это имеет какое-то значение. Хотите быть после зомби-апокалипсиса более сильным зомби, не бухайте. Как вам социальная реклама? Ваша загробная жизнь будет веселее, чем прижизненная. Чем загробная и догробная. О, надо же такое словосочетание выдать, ну. Надеюсь, что нет. Сразу видно, что вентиляция включается не здесь. Немножко вытянуть не помешало. Еб твою мать. Нахуй с пляжа. Пошли дышать. Не туда, дура. Ой, блядь. Сука, у меня как назло... О, нет. Ты-то где? Курица, блин. Как там у нее со здоровьем? А ей похуй. У нее, наверное, жабры, блядь. С газовыми фильтрами, блин. У нее в легких фильтры от сигареты 21 век. Помните эти сигареты с хитро выебанным фильтром? Питают разработчики этой части резьбы определенную любовь к канализациям, я смотрю. Наверное, ностальгируют, блядь. Боже. Почему, блин, нападают они так нерегулярно? Когда начинается что-то со слов «поищем», это значит, что войны в ближайшее время точно не будет. Все. Инвентарю, шандец. Чем сочетание, да? Одних пустых бутылок набрал больше, чем, блядь, алкаш, который их сдавать собирается. Долбанный крафт. Уменьшение отдачи. Ну, я не знаю, к какой пушке. Наверное, блядь, к автомату. Снайперкой-то я вообще не пользуюсь. Да, ну и гаджет. Лучше бы, конечно, на урон модификацию пособирать. Ключ подъемника. Не обнадеживай девочку раньше времени. Я думаю, вы пешком, блядь, пешком помандуете. О боже, опять это говно. Ой, даже два говна, вот раз это какая, ёптель. А ну-ка, покажем, как ворошиловские, сука, стрелки. Так, right stick. Ай, ну тебя нахуй, долгий какой-то. О, да, сучка. Да ну тебя нахрен. Где же у него грыжа, блядь? Ёб твою мать. Чёрт. Грязный проститут, блядь, что же тебя в спину-то не убил, блядь, а? Заебись, я еще и застрял. Блядь, охуеть, бой. Сука, чмо, блядь, вонючая. Так, и чё тут? Телегу надо куда-то катить. За каким хреном? А, о. Всё? Работался, блядь. Блядь, а это сейчас встанет, нахуй. Сука, бля, буду. Нет, не встал. А как вылезти-то? Нормально, можно.
Он что, точно безвременно почивший? Да хуй там, блин. Ёпты, а чё быстрый-то такой? Наташа, блядь, делай чё-нибудь, ёб твою мать. Сука. Причём в самом последнем месте у них это говно всегда. Так, малая. Ить. Правдоподобно она слезает. Там трупарик, ёптать, коптит. О. Убери нахуй его с экрана, ёптать. Ну, открыла я эту хуету, и зачем она нам нужна? На тебе, блядь, сука, чтобы быстрее лазила, блядь, тварь. Заебись, он ее зажал. Жаль, 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 он отпустил ее. Пока он ее пиздил, он меня не трогал. Так и что? И что там такого-то? Супер, блядь, нужного, охуительного. Пока я здесь, а он не кашляет, заметили? То есть, это пауза все-таки. Охерительно. Ой, только не говорите, что вот именно вот этот не собирался вставать. Вот он теперь встает, да? Нет. Упредительный огонь будем считать засчитанным. Я сюда, собственно, вот за этим говном залез, походу. Ебнул Натальи по голове, блин. Хорошо, что у них отравление газовое быстро проходит, в принципе. Не надо ждать ничего. Ну да, тут же прям вот намного выше, чем вот там. Вот так просто не запрыгнешь, тем более, что захипал до плечиста уже. Тем более, что тут сетка, в которую твои острые ботинки идеально могут, как бы, ну вы поняли. Видимо, япошки, которые эту игру делали, никогда по сетке по такой из забора детского садика не перелезали, блин. С целью побухать где-нибудь в беседочке. Так, и что у нас тут? Тут-то ни хрена. И записка. 11 февраля. Наконец-то у меня будет возможность работать на нашу благодетельницу на добывающем объекте. Будут теперь деньги лопаты грести. Похоже, на нижних уровнях делают фармацевтические препараты. До того, как меня наняли, я об этом понятия не имел. Чтобы просто пройти туда, требуется разрешение. А охрана там довольно надежная. Должно быть, там внизу делаются какие-то весьма важные дела. В исследовательском комплексе у нее работает свой персонал, но и некоторые наши островитяне на нее работают. Все, кто работает непосредственно под ее руководством, получают солидную плату. Деньги, статус, кто-то этого откажется. Но в последнее время они приводят много новых людей. Не особо умных или полезных, просто люди требуются десятками. Входит множество людей, но не выходит никто. Думаю, где-то внизу есть еще один выход, так ведь? Конечно, вперед ногами. Вот ключ. Ключ от подъемника, который активировал скрипт на кучу врагов. И обратную дорогу, да? Давай. Кто-то смеялся или мне показалось? Послышалось. Сохранение. Так, ну я думаю, что дальше пойдем уже в следующей серии. Типа время и все такое. Так что давайте, не забудьте потыкать в рекламку.